Жители Якутска увидели, как курение вредит здоровью. Сегодня в столице республики в честь Всемирного дня отказа от курения прошла традиционная акция. На площади Орджоникидзе для горожан организовали бесплатное профилактическое обследование, исследование легких с помощью приборов, консультации специалистов и флюорографическое обследование. Модно жить яркой жизнью. На сегодняшний день курение является одним из основных факторов развития хронических неинфекционных заболеваний. И курение приводит ко многим болезням. И, конечно, сегодняшняя акция посвящена тому, чтобы население все-таки подумало о своем здоровье. И все-таки кто курит, отказался бы от курения. От этой вредной, скажем так, пагубной привычки.